На встречу здоровью региональная федерация спорта слепых реализует одноименный проект и приобщает слабовидящих и незрячих к здоровому образу жизни. Программа охватила Йошкар-Олу, Савино, Козьмодемьянск, Звенигово и Юрино. Участников проекта учат техники ходьбы и объясняют, какие мышцы задействованы на тренировках. По словам тренеров, этот вид спортивного туризма повышает общую координацию тела и развивает пространственную ориентацию. Наша работа как волонтеров заключается в том, чтобы наши подопечные научились правильно выполнять движения. Это раз. Второе. Не получили травмы. Мы их будем сопровождать, указывать путь. И еще считаю, что наша большая задача будет, главное, поддерживать их, когда что-то не получается. Потому что научиться делать даже здоровому человеку нужно иметь силу воли, а им вдвойне. Реализовать проект «Навстречу здоровью» Федерации спорта слепых удалось благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов. В июне и июле его подопечные отправятся на сплав по Большой Кокшаге. Помимо этого, для незрячих и слабовидящих проведут ипотерапию и обучат верховой езде.